Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, у нас продолжение ТМС, я так понимаю, последняя серия, которую мы будем по ней записывать, по этой игре. Естественно, я записываю ее подряд, потому что я... А ты что здесь стоишь? Положила бы туалетную бумагу. Записываю подряд, потому что что-то я подумал, а что ее откладывать на потом? Закончим сразу ее и не будем мучиться, правда, ты ее увидишь, эту серию, ой. Эту серию увидишь, конечно же, только через день. Но я-то ее уже прошел. Я-то молодец. Правильно? Правильно. Вот и хорошо. Плюс 3 комфорта. Выходи. Я хочу посмотреть, нужна ли нам туалетная бумага или же... Звук смыва... А, звук смыва есть. Просто она смывает прям по окончании использования туалета. Я понял. То есть при уборщице смывают все. Представляешь, насколько нужно уважать труд уборщиц, что просто при ней смывают все. А когда мы просто там ходим, вообще не авторитет. Не авторитет ни для кого. Просто, мы просто ходим и смываем за всеми людьми. А она просто есть, и при ней все смывают. Всем... Так, погоди, что-то ты как-то стоишь не очень правильно? Или я сижу не очень ровно? Вот, наверное, вот как-то вот так нужно поправить тебя. Да? Да, вот. Блин, ну тень же будет сзади меня, и опять будет плавать фон немножко. Около ушей. Ты прям вот сейчас, наверное, не обращал внимания, а сейчас хрена как обратил, и теперь будешь на это смотреть. Ну, а что я могу поделать? Ну, будешь теперь смотреть. Что ж поделаешь? Ну, вот она вот тут вот плавать будет сейчас по-любому. 100% тебе говорю. Она плавает. Каша вот эта сзади меня. А что я могу с этим поделать? Ничего, у меня освещения такого нет. На стриме, естественно, ты можешь мне пожертвовать. Немножечко там, ну да, можешь не жертвовать, в принципе. Я и сам, может, когда-нибудь куплю. Ну просто это такая, у тебя есть возможность помочь каналу. Да даже не на стриме, ты можешь сейчас взять, открыть ссылку, которая в описании к видео находится, и... Закинуть туда 50 рубликов. 50 рублей вообще ни для кого не деньги, а если так сделает хотя бы 10 человек, это будет очень-очень здорово. Это будет не то чтобы здорово, это будет очень полезно. Очень полезно, и мы с тобой купим новый светильник, который, блин, не будет мне мешать, во-первых, записывать, во-вторых, он не будет бликовать мой фон. Вот этого сзади меня не будет, оно будет по-человечески выглядеть. Выглядеть будет по-человечески. Смотри, нам нужно 2 человека. И эти 2 человека, Мэдисон и Лили, мы, получается, в предыдущий раз потратили деньги просто впустую на то, чтобы переспать какой-то девкой. Зачем мы это сделали? Хрен его просыт. Мэдисон, давай школу танцев в IT. Мэдисон, вызов. Пусть там пляшет, мы ее отвлекать не будем сильно. Она как бы хорошая девка, но... А погоди, а ее... А у меня с ней же хорошие отношения были, нет? С Мэдди... А я сейчас кого вызвал-то? Ту я вызвал-то или нет? Я, может быть, что-то не то сделал? Так вот, мы пригласили танцовщицу домой к себе. Естественно, мы это все дело вырежем. Но потому что мало того, что время тратить мы не хотим на вот эти вот просмотры танцев вот этой вот барышни, так еще и смотреть на это очень нехорошо. Ну, плохо смотреть на эти вещи. Тем более детям. Отсидимся здесь. А еще я сделал микрофон потише. Я думаю, что сейчас я, говоря в него непосредственно, не стану его заплевывать. То есть прям как-то я близко его поставил. Но мне кажется, что этого будет достаточно, чтобы меня слышать и чтобы его не заплевывать. Вот это для меня самое важное. Как бы я не могу ручаться, что сейчас в него не ору. Но если что, там все равно все выровняется в итоге-то. Чё я об этом парюсь, правильно? Правильно. Мы пока будем любоваться красотами этого города чудесного. И... Дядя, ты чё здесь ходишь-то? Объясни мне. Ты чё здесь гуляешь? На улице ночь, а ты гуляешь. А вдруг обворуют, а вдруг что случится с сердцем, там, я не знаю, ночью. Тебе же никто не поможет. Лежал бы дома. Ого, капусты сколько, ты смотри, сколько набрали. На еще одну как раз танцовщицу, вообще отлично. Сейчас еще мужик возьмет, придет, положит пятюню. И нам хватит на вызов уборщицы на целый день. То есть мы даже думать не будем о том, что у нас плохо что-то в туалете.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и дела. Кто такие вещи делает? Кто такие делает вещи? Как не стыдно, как не стыдно. Просто вот взяли и испоганили унитаз. Почему нельзя было сходить в соседей? Почему нужно было именно в этот идти? Вот этот чистенький стоит, а вот этот вон весь грязный. Не знаю, то ли людям нравится в грязные туалеты ходить, унитазы, то ли просто ошиблись кабинкой. Неизвестно. Кстати, я прибежал прям к ко времени, когда она закончила танцевать. Это вообще здорово. Здравствуйте. Понравился танец, а могу ли тебе что-нибудь покормить? Кушай давай, давай кофейку тебе сварим. Может быть, новый рекорд у нас есть, возможность поставить как раз новый рекорд. Давай. Сахарку нужно срочно, срочно много сахара. И молока. Молоко это самый наш заклятый враг в постановке рекордов. 39! Ого-гошеньки, вот это большие молодцы с тобой. Серьезно? Тихо, готовь его срочно, Готовь, у нас есть еще время. Это так лохануться надо было, вот. Срочно, да быстро делай. Молоко. Главное, чтобы не просрать, главное не просрать. Сад, давай убирай. Представляешь, просто сейчас вот могли бы на ровном месте. Главное, чтобы еще раз кофе не просила, а то же я одну кружку выхлебал уже. Меня аж в пот бросило, елки-палки, просрать сейчас вот такой момент. Благодарю, могу ли что-нибудь выпить? Yes. Ты серьезно? А я не успею, я в любом случае не успею. Просто вот. Это как так надо было запороть все, представляешь? Ой, господи. Зачем я так сделал? Я хотел уже все закончить, а ты вот так вот сделал. Ну, женщина, ну, отправь домой. Полминуты у меня остается. Ну, за 20 секунд, слушай, мы сможем сделать или нет? За 20 секунд мы сможем? Главное добежать до 20 секунд. Сколько мы это делаем? Нет, не успеем в любом случае. 39 у нас остается. Не успеваем. Даже тратить не буду кофе. Не успеваю за 20 секунд сделать. А может, тебе что-нибудь другого дать, женщина? Ну, твою налево. Ну, так вот нечестно было. С твоей стороны абсолютно нечестно, некрасиво и глупо. Ладно, давай. Подожди, время 8. Рано еще вызывать уборщицу. Пойдем лучше помоемся. Вот это все из-за того, что я поторопился. Вот торопыга, вот и все. Да, естественно. Сейчас я прям поправлю тебя немножечко вот так вот. Чтоб ты немножечко вот так вот переехал. И было будет вообще здорово. Но вот просрать отношения с девкой, с этой елки-палки, вот... кто же знал, что она может попросить два раза подряд одно и то же? Я, конечно, предполагал, но не настолько прям нагло просить у меня два раза кофе. Видимо, она очень устала за эту ночь и хотела взбодриться. Надо было вызвать еще одну багом, и чтобы она... Ну, чтобы она там просто посидела, подождала, и все. Ну, тупанул. Чё ж поделаешь, правильно? Тупанул. Ну, с кем не бывает. Давай вызываем уборщицу. Глупо получилось. Глупо, но это вырезал. Я это в любом случае вырезал. Главное не забыть вырезать этот косяк. Лютый косяк. Хотя... Да нет, я вырежу. Вырежу. Опа, туалетка кончилась. Это плохо, что туалетка кончилась. Нам нужно срочно бежать и ее вешать. Так. Плюс 3, минус 3, это как такое может быть вообще? Дорогой мой, ты весь рулон использовал. Тебе не кажется это много? Тебе не кажется, что это реально много? Комфорт плюс 3. Уборщица плюс 1, давай. Приходи, убирайся. Я тебя долго ждать здесь собираюсь, нет? Сколько тебя ждать? Милочка, поспешите. Тут никто не... Полиция рядом, будь осторожней. Вот ее тебе теперь еще не хватало, вот просто реально. Какой стресс. Так, это убираем, это ликвидируем. Отлично. Распылить освежитель воздуха. Сейчас распылим, надо его купить для начала, а потом уже распылять. Там осталось хрен да маленько, и поэтому мы не сможем ничего сделать.
Мы там даже на одну комнату, мне кажется, не распылим. Так что пойдем бросим кофе... Нет, не кофеек, газировочки надо купить. Вот этой. Этой газировочки нужно купить. Отправить домой. И еще одну отправить домой. Я так предполагаю, что там двух не хватает. Да, двух не хватает. Возьмем освежитель воздуха. Отправить в туалет. Отлично. И сейчас вызовем танцовщицу. Опять же, эту самую, которая от нас только что ушла. И думаю, что еще раз у нас уже получится с ней все вот это вот провернуть. Ну надо же, блин, было попросить два раза подряд кофе. Но это вообще ни в какие рамки не годится. Два раза подряд кофеек. Жуть, я думал, все, сейчас уже на финишной прямой, сейчас заказываю вторую, и делов-то остается ни хрен да ни хрена. А вот нет. Говорит мне игра и просто плюет мне в лицо и говорит, нет, ни хрена тебе, ни хрена, не пройдешь ты сейчас эту игру. Не пройдешь. Так, ты куда собралась? Давай не уходи. Давай работай полный рабочий день свой. Давай вызываем танцовщицу, пусть она попляшет. Третья, да, по-моему? Да, Мэдисон вызвать. Привередливая Мэдисон, на самом деле, она очень-очень много хочет. Так, пойдем посмотрим пока полицейская. Посмотрит на наши счетчики. Валер, еще отбивайся. Не смотри туда, не смотри. Тетя, не смотри. Не смотри, говорю. Ух ты ж, как вертишь головой. Пытается разглядеть наши косяки, но нет. Я пойду Мэдисон впущу, пусть пляшет, а мы в это время пойдем играть в мини-игру, чтобы не платить за электричество с водой. Хочешь жить, как говорится, умей вертеться, так что мы этому выражению пытаемся соответствовать как нельзя точно. Так, дверь надо закрыть. Я думаю, что на всякий случай вызвать надо еще вторую. Вдруг что не пройдет. Хотя потом ее хрен выгонишь, да? Наверное, лучше нет. Но, наверное, лучше все-таки с первого раза попробовать пройти. И все. И не пытать какие-либо другие вторые попытки, третьи, четвертые попытки. Давай, заходи. А, заходи и пляши, короче, я пошел. Кому там плясать будешь мне вообще до фени? Ну просто я... Че я буду на нее смотреть? Я ее уже видел много-много-много раз. А тебе не надо на это смотреть. Ни в коем случае. Глупости такие видеть. Пошлости, откровенности. Так, там брызгать нигде не нужно, это очень меня радует. Так, здесь у нас что? Здесь у нас что? Так, в этой кабинке есть, в этой кабинке есть. То есть минус 3 комфорта было в какой-то вон в той кабинке, в женском туалете. Ну, значит, пойдем в женский туалет. Опа, отлично. Опа, отлично. Плюс 6 комфорта прям на ровном месте. И еще на одну танцовщицу. Красота же. А, и пойдем в мини-игру играть. Естественно, мини-игру. Как же мы без нее-то можем прожить? А то нас с долгами-то не пустят за границу или куда мы там собираемся отдыхать. Чуть не помер, представляешь? Чуть не сел жопой на изоляторы. Отлично, с первого раза прошел, смотри-ка. Какой я молодец. Туалетка где-то кончилась, но ничего страшного. Но сейчас это уже не принципиально, потому что... Да что такое? Потому что уже конец игры получается. У нас с тобой конец игры получается, и нам это уже не принципиально. Пусть кончается как... Ключ гаечный встал, видел? Встал гаечный ключ, прям ровно на пол. На землю, на асфальт. 69 евриков. Нам вполне хватает для следующей танцовщицы. И это
настолько он гениальный. Просто гениальный еще. Пара-па-па-па-пам. Газировка мне нужна? Нет. Нет, не нужна. Брошу вот здесь. А, кофе. Нужен? Нужен. А, фасоль. Не помню, по-моему, нет. А вот эта газировка нужна? Нет. Ну, пойдем бросим ее туда, если что, чтобы она, это, лежала. Если что, попа-кола у нас стоит с тобой в, это, лежит, точнее, в магазине на полу. Я думаю, она тут не пропадет ни в коем случае, и все. Так, не повторяем ошибок прошлых лет. Hello. Hello, hello. Бросим газировку вот сюда. Выстроим с ней отношения. Понравилось, станется, я тебя покормлю. Yes. Сейчас кофе. Кофе, говорит мне, давай. А я не против, я тебя сейчас сварю кофе, только главное не выпить его еще раз. Кто же мог подумать вообще, что я выпью кофе, который готовлю не себе? Вообще, можно было бы, наверное, попытать удачу и попробовать сделать все это за 20 секунд, как вот сейчас, например, получилось за 30, ну, за 21 секунду. Ну, там прям тютелька в тютельку, то есть я не успел бы ей отдать. Там прям вот малех мне не хватило бы времени. Нужно было бы хотя бы полминутки. Давай, что тебе еще нужно? Hello. Да hello, hello. Yes. Попу-колу. Так, попу-колу у нас лежит одна в магазине, а одна вот здесь. Держи. Так, у нас с тобой какие отношения там? Тебе еще раз надо будет что-то... Нет, не нужно. Лили осталось вызвать, и это будет отлично. Давай, школа танцев, войти еще. Лили, это вот эта рыженькая, которая... Вызвать хочу девушку, чтобы она мне плясала. Давай. Это уже ушла. Мне она не нужна. Назад. Еще. Вызов. Нет? Не хочешь вызывать? И как мне быть? Войти. Еще. Вызов. Не хочет, представляешь? Видать, какой-то запрет у меня стоит на одновременное. Да что такое будешь делать? Я хочу дождаться, пока она уйдет. Да блин, да запрыгни ты на диван. Я хочу подсматривать за девочками, которые уходят из моего дома. Все, это уходит. То есть она должна зайти, наверное, в... Как ее называют? В здание? Сработает скрипт? Да, сработал скрипт. Мы заплатили только что 50 евриков. И, естественно... Естественно, все. А сейчас мы идем. Нет, мы не идем. Мы остаемся здесь. Впускаем Лили, идем в магазин, покупаем кофе и отправляем домой бутылку, банку газировки. И после этого идем в магазин, смотрим... Сколько, кстати, времени сейчас? Времени сейчас по... Так, 6 часов утра. Так, у меня письмо там какое-то есть, да? Нет, никакого письма. 6 часов утра — это очень здорово. То есть сейчас магазин как раз откроется. Лили, ты идешь там? Нет. Идет, не торопится. Давай, пожалуйста, поторопись. Мы сейчас в отпуск поедем. Давай. Хочешь отдыхать или нет? Бегом. Мне показалось даже, что она немножечко быстрее решила пойти. Но это самообман. Эта дверь тоже не открывается. Очень грустно, что здесь нельзя зайти в чужую... Опа, здесь есть третий этаж. Мы туда не ходили. А что же там? Ой, ты тихо делаешь, что так зачем? Здесь ничего не открывается, и поэтому... Делать нам здесь нечего. Нормально все? Все, пошла. А, газировочку-то можно вот эту выпить. Вот эту газировку можно выпить, потому что она явно лишняя. То есть уж три раза одну и ту же газировку она у нас не попросит. Пойдем, подмоемся и пойдем в магазин. Ты пока здесь это... А, нет. А то еще одна придет, не дай бог. Лучше дверь откроем. Красота вообще, да и только. Ты смотри, мы с тобой за 20 минут почти игру прошли. Ну, конечно, не за 20 минут, а за еще хрен знает сколько серий до этого, но кого это волнует? Мы с тобой огромные молодцы. Так, а почему я не могу отправить это дело в магазин? Ой, в магазин, домой. Очень грустно. Бросим эту банку здесь. А вот кофеек пойдем отправим домой. Потому что кофеек у нас кончился. И если эта тетка попросит еще раз кофе, второй, точнее, раз кофе,
это будет очень грустно. Это будет мало того, что грустно, это будет очень неловко и очень плохо. Это просто растянет нашу игрушку на еще хрен знает сколько времени. То есть не то, чтобы для тебя ничего не растянется, а для меня растянется, и я проходить буду еще дальше. Занятись, нанять, оплата, все, выйти. Все эти раковины целые, нет, не все раковины целые, ну-ка, нужно вызвать сантехника. Вызываем сантехника, платим ему 5 евро и идем смотрим, что там с унитазами. Вот это пока смоем, пока уборщица не пришла, нам нужно выполнить все обязанности практически за нее. О, нет, эту обязанность я, наверное, хотя, что нам стесняться, правильно, мы же с тобой не белоручки какие-то. Пойдем да прочистим унитаз. Че он тут засорился? А уборщица придет и уже полы помоет. Туалетка кончилась, но... Да возьмись. Туалетка кончилась, но в этом нет беды никакой, потому что уже посетители как таковые нам не нужны. Они как бы уже... Все. Они себя исчерпали. Они себя максимально исчерпали, нам деньги особо сейчас не припирают. Главное, чтобы водителю платить ничего не пришлось. А то сейчас еще водителю соточку отдать, там ему соточку отдать. Помоги там бедным, нуждающимся, голодным, еще кому-нибудь. И получится вот, что нам денег-то и не хватит. Но я думаю, что такого не будет. Музыка очень громкая, я, по-моему, ее убирал. Но она разоралась дико просто, я себя сам уже не слышу. Так, девушка, здравствуйте, вас тут как вообще? Нормально все? Оп! Самостоятельно поставить можно, самое главное, а вот отправить в туалет, в магазин нельзя. Я считаю, это несправедливо. Но это мы вырезать не будем, она самая неоткровенная здесь, так что, ну пусть пляшет, как бы она что здесь делает? Она вот танец маленьких утят танцует. Как бы ничего запретного... Ну, у нее сколиоз немножко, а так ничего запретного нет. Запрещенного, короче, нет ничего. Она немножко, видишь, искривилась, вот. Ну, за годы танцев. Hello. Так, что тебе нужно? Танец понравился, могу тебе предложить выпить, yes. Разумеется. Опа, газировочку с пола мы тебе предлагаем. Турум, говорит. Ух, прям сейчас представлю, как в отпуск поеду. Тур. Понравилось все, давай. Что тебе еще yes. нужно? Вот другую газировочку. Вот это самая не требовательная женщина. Она просто просит газировки. Ей попить нужно. Не нужно ей кофе варить, не нужно ей ничего делать. Она просто просит баночку газировки. Красота? Красота. Все? Уходишь или еще что-то? Еще что-то, по-моему, она просит, да? Yes. Еще газировки. Красота же. Отлично. Что у нас, трешечка у каждого? Трешечка у каждого. Бежим к автобусному этому мастеру. Автобусных дел мастеру. Говорим ему, что все в сборе, и мы можем ехать в отпуск. Он нас отвозит, и мы с тобой наслаждаемся концовкой игры. Надеюсь. Я не буду тешить себя этой иллюзией, потому что я уже потешил себя иллюзией в самом начале игры и просрал кофеек. Тут. Здорово. Здравствуйте, можем ехать? Конечно. Ты видел, да? Видела? А что за вода такая летит? Это кто-то блюет? Кто-то что-то там вытворяет? Это бомж? Это бомж сыт, ёб твою налево. В принципе, ничего нового. Все по-старому. Как мы едем с открытой дверью? Бомжу сейчас Валера выпадет и все. Все нам машут руками, все нам машут ногами, говорят, какие мы большие молодцы. И мы целуем руку. Забыл, как ее зовут. Но, в принципе, нам это и не важно. Прошли мы, наконец, эту игрушку. Спасибо за игру, нам говорят. И все получается, да? То есть больше ничего не нужно нам здесь сделать. Смотрим по статистике. То есть мы можем делать здесь все, что угодно. Можем улучшать туалет, но нам это уже не нужно. Зачем нам это нужно делать, если и так все хорошо? И на этом мы с тобой прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. И увидимся с тобой в следующих, в других игрушках, в других симуляторах, в других хоррорах. Короче, во всем, чем только можно. И пока.